Я считаю, что вот эту всю историю, да, вот с лунными ресурсами можно, в принципе, развивать. Я, конечно, не была ни разу на Луне, я не знаю, что там есть. Но если, в принципе, говорят, что там есть ресурсы какие-то достаточно полезные, то, наверное, они все-таки есть, потому что у нас сколько отправляются шаттлов, сколько обследований, исследований производят, скорее всего, там что-то есть. Я бы, конечно, с удовольствием полетела, потому что я там ни разу не была. Но если бы, конечно, меня взяли бы. И у меня бы, конечно, хватило бы средств, да, на тот момент, там, через 20 лет, да, чтобы посетить Луну и увидеть это, собственно, своими глазами. Возможно, даже, не знаю, если получится, взять какую-нибудь свою группу, организовать всех вместе, и мы поехали бы. Те же, не знаю, тех же детей, которые, ну, не детей, скажем так, а людей, которые бы очень-очень хотели бы, да, там, может, маленькие какие-то детишки, действительно, которые прям, ой, их мечта, там, допустим, слетать на Луну. Ну, таких взять детей, у которых нет возможности, и помочь их просто реализовать свою мечту.